А это сможешь узнать? Это тоже, что я это. И ты абсолютно прав. То есть это также из древних летописей. То есть, видишь, не надо что-то такое придумывать, как сейчас многие товарищи делают. Все есть у нас, все изображения есть, данные есть, боги есть, веды есть. Главное, чтобы мозги были. Дайте мозгов. Не заражайся. Нет, так маски уже даны, что? Надо просто пользоваться нужно. Так вот, я образно говорю, что ему мозгов не хватает, а он начинает становиться, боги, дайте мне мозги. Я уже, надо будет мне его как-то достать, так что, ну хотя опять же, я его достану, он тогда скажет, боги, не давайте мне мозги, и что это будет? Нету серьезности какой-то. Что? Мясо уже не ест. Опять же, говорит, что вроде нет. Ну ты чувствуешь. А там Кузька его знает, что он творит. Ну, жену оскорбляет там и так далее. И глючит очень часто. Так что, пока его классифицирую как тупую хрюшку, о чем я ему с прискорбием каждый раз сообщаю. Но, поскольку ты все-таки осознанный человек, то переходим к вопросу выбора. Кого из богов ты выбираешь, чтобы обращаться к ним в медитации? Не знаю, мне нужно подумать. Да. И? Все, потом. Ну, не все, можно там еще часок-другой-то посидеть, хотя не особо интересно. Ну, хотя да, можно какую-то тему разбирать, если ты сможешь параллельно и думать, и разбирать. Я не против. Но нужно сегодня, ну, мне дать. Ну да. А почему? Потому что надо сейчас будет повторять. Ну, точно нужно Шукра Рахмана, потому что, ну, какой-то там астрологический умение. Прекрасный выбор. Дальше. А экзаменатора нужно не очень сильно, конечно. Ну, мабуть, кое з моїх духовних батьків варто. Чи ні? І? Ну, Стрибога, мабуть, що, я не знаю. Стрибога хочеш? Ну, ладно, пусть буде Стрибога. Та ні, я не хочу, я не знаю, правда. А чому не хочеш? Ти сказав, що хочеш. Та я сказав, мабуть, ну, я не знаю, мені потрібно осмислити це все. Я не можу так швидко та прийти. І я так швидко не зможу та прийти. Це важкий вибір. То есть тогда що, на сьогодні відпадає це діло или що? Ну, мабуть. Та ти що? Ну ладно, ну, тогда... Перший той, хто відкриє це переплутом, ми вже, ну... Тогда ще 18 обращень переплута. Хорошо. Ну, переплут, це ми вже як відкривача, якби, да, зафіксували, так? Да? Так, да, хорошо. Может, как раз переплет себе и подскажет. Спички все поварились, хорошо. Отсырел коробок. Жахите. Свара, ау, свара,
мантра огню все-таки помогает при зажигании огня. Так что иногда ее желательно повторять. Звуки нечеткие, не подходят. А мы же говорили про то, что нужно запаливать в момент запаления Аум Сварама. Ну да. Так вот, как раз начали повторять, и оно запалилось. Ну, вообще, если раньше, оно хуже не будет. Но лучше это как-то приурачивать к запаливанию. Главное, чтобы сознанием там в это время, о Всевышний раб, проявись перед нами в этом огне, приди к нам. То есть главное, чтобы призвание шло, не просто повторение непонятных слов. А сейчас в мантре я прошу, чтобы ты четко звуки произносил. Как можно четче. Но вопрос в другом. Ты понимаешь, что лучше спать головой на восток, так же? А почему не на север? Потому что на восток, чтобы восходящая солнечная сила проходила через твое тело. Так она что, у тебя будет проходить с кровокособочие какое-то с одной стороны на другую или что? А так, ну, проходить... если там я слышал вот полюса, там как бы. Чтобы солнце восстает на востоке, это никакие полюса это не меняют. И ты знаешь, что кроме обычного солнечного света есть еще целый ряд солнечных энергий, часть из которых современные ученые уже отчасти начинают осознавать, а отчасти даже не имеют представления, а в ведах это описано. То есть с восходом солнечных лучей солнечные лучи идут. И выбор перед тобой. Или ты хочешь, чтобы они через верх головы, через то, что называется родничком, проходили через твое тело и максимально гармонично его вдохновляли. Или ты хочешь, чтобы они тебе как-то сбоку что-то там заходили куда-то и что-то там какое-то крыво-кособочие вдохновляли. Так же. Ну, я думаю, что крыво-кособочие не особо интересно. Тоже интересно. Почему? Ну, все интересно. Ладно, ну да, все интересно. Однако, что дальше? То есть с спальным местом, там, кроватью приблизительно, как бы. Да, ну лучше там от углов, как бы,
решаться дальше. Дальше. Северо-восточный угол необходимо посвятить Всевышнему и богам. Даже если нет возможности соорудить там настоящий алтарь, то хотя бы поместить какое-то изображение. Северо-восточный угол, да. Ну да, северо-восточный угол. А почему именно северо-восточный? Можно выбрать и северный, можно выбрать и восточный. Но лучше северо-восточный. Как это с сваргой как-то? Связанное с сваргой, связанное с географией, связанное с историей и еще много с чем. Еще мои волтари будут. На верхнем ярусе изображение Всевышнего или образы Всевышнего. На среднем ярусе изображение богов и святых. На нижнем ярусе изображение предков. Предки? Угу. Кого? Кого самых достойных знаешь? Ну, я думаю, что есть там какой-то дед или бабушка, которые там вот были по-настоящему достойные, что вот. Или как? Ну, по сравнению там с промыслом. Не, ну по сравнению с промыслом это да. Ну, вот, допустим, моим лично дедом я очень доволен. Ну, он да, был очень разумный, очень такой качественный.